В МИД Эквадора посоветовали Ассанжу сдаться США. Основателю WikiLeaks необходимо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в Штаты, полагают эквадорские власти. МИД Эквадора заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может оставаться в течение неопределенного срока в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться властям США. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг, 10 января, сообщает Интерфакс Украина. В сложившейся ситуации существуют два варианта для ДЖ Ассанжа: находиться на протяжении неопределенного периода времени на территории эквадорского посольства в Лондоне РЕД, либо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в США, и мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него, отмечается в заявлении. Напомним, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, он не может покинуть его территорию, поскольку опасается задержания британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в 5 миллионов долларов. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти Великобритании предоставили письменные гарантии того, что Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства и не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.